Россия издревле – перекресток путей. Из варяг в греки с севера на юг на протяжении тысячелетий шли самые разнообразные товары. Вот и сейчас старые, но протаренные веками маршруты приобретают все большую актуальность. Логистический проект «Средняя Волга, Каспийское море, Персидский залив» поможет отечественным товарам выйти на международные рынки, укрепит торговые связи с дружественными странами. Это важно сегодня, вот еще раз, для закрепления на наших дружественных рынках, на которые мы, к сожалению, последние там 20 лет не обращали внимания, стремясь куда-то в Европу или еще дальше. Сейчас масштабный проект на стадии поиска грузоотправителей. Правительством Ульяновской области уже достигнуты договоренности с соседними регионами Поволжья об участии в этой логистической цепочки. Аграрно-промышленный комплекс Поволжья обладает огромными резервами, потенциалом для роста, который сдерживается как раз отсутствием логистических мощностей. Ну, достаточно сказать, что за годы, прошедшие с начала перестройки, с 90-го года, в Поволжье выбыло из оборота 8 миллионов гектар земли. То есть это три европейские страны. Вторая задача предпринимательского форума – закупочные сессии с крупнейшими сетевыми магазинами России. Третье направление – это маркетплейсы. Мы тоже это никогда не убираем со счетов, потому что 2022 год – это 7 миллиардов продаж ульяновских товаров на маркетплейсах, на российских маркетплейсах. Не на территории Ульяновской области, а на территории всей Российской Федерации. На форум прибыли более 130 региональных производителей. Есть что показать и в отрасли легкой промышленности. Основное внимание гостей выставки приковано к предприятиям по изготовлению одежды. Наша целевая аудитория – это женщины, деловые женщины, успешные. Ассортимент обширный – это жакеты, брюки, юбки, блузы, платья, жилеты, шорты на летний период, футболки. На форуме много столичных гостей, представителей торговых объединений, на чьих полках ульяновские товары пока отсутствуют. После знакомства с ульяновскими брендами это может поменяться. Мне понравилось, мне кое-какие изделия прям очень понравились, я посмотрел все детали, швы, лекала, идеи, вплоть до того, что даже есть сами производители ткани, поэтому потенциал хороший. В помощь молодым и крупным предприятиям бизнеса на территории региона действует комплекс мер поддержки. Это блок финансовой поддержки, который, безусловно, позволяет получить льготные финансовые ресурсы, поручительство перед банками по кредитам и все, что касается продвижения продукции, большой блок, связанный с выставками, безусловно, с бизнес-миссиями. В завершении форума правительство Ульяновской области подписало соглашение с партнерами логистического проекта, который позволит ульяновским товарам, мебели, сантехнике, продуктам питания и одежде выбраться на международные рынки, добраться до торговых хабов без таможенных помех и санкционных ухабов.